Ну вот, если можно так сказать, что все вернулось на круги своя. Те ли это круги, о которых я мечтаю, я не знаю. Но мы снова в корабельной комнате. Мы взяли Казань, даже больше того. Мы еще и Ульяновскую область с Мордовией взяли. И, в общем-то, можно сказать, что все это неплохо. Спокойной ночи, друзья. Город Москва, еще раз говорю, для меня остается чужим. Уже 23 года. Но, повторяем, мы еще в Иерусалиме не жили. Спокойной ночи, друзья.